Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о новиночке от компании Rand. Моделька у нас называется Multifix. Это кресло категории с рождения до 150 сантиметров роста. Это 0, 1, 2, 3 категория. И, собственно, вы купили с рождения. И до конца, пока кресло вам будет нужно, вы будете использовать это кресло. И что я хочу сказать именно про это кресло и непосредственно про бренд Rand. Это, наверное, бренд, особенно вот эти обновленные все кресла, это для тех, кто не гонится за брендом, кто не обращает внимания на бренд, он ищет хороший качественный продукт за адекватные деньги, который имеет хорошее соотношение цена-качество, безопасность, материалы. И здесь с этим, друзья, все в порядке. Цена очень демократичная, потому что сам бренд в принципе недорогой, но бренд очень старается дать вам максимум за минимум денег, друзья. Поэтому это кресло одно, наверное, из самых таких вот интересных по деньгам, по качеству в этом бюджете. Вот после обзора не хочу вам называть цены, потому что цены меняются. По ссылке внизу в описании после обзора посмотрите и увидите там актуальную цену. И, кстати, детальные технические характеристики там тоже будут. Смотрите, это кресло имеет возможность разворота на 360 градусов, друзья. Это на самом деле опция просто шикарная, потому что пока мы возим особенно маленького ребенка, очень актуальная тема, когда мы можем повернуть к двери кресло, чтобы посадить ребеночка, и потом поворачиваем его вот так вот, и, собственно, начинаем движение. Вот. Собственно, пока ребенок маленький, нам нужно кресло это развернуть и возить вот так против хода движения. Здесь, кстати, против хода движения все равно есть возможность регулировать наклон, чуть-чуть подсадить, чуть положить ребеночка. Но опять же, здесь нет лежачего положения в автомобиле, это небезопасно, поэтому не обращайте внимания, что он сейчас так стоит, так должно быть. Собственно, вот так вы ездите до 9 месяцев минимум. Можете проездить еще, езжайте до победного, пока уже ножки совсем не упрутся, не согнутся и мешать это не будет. Ездите, пока помещается. Потом мы разворачиваемся непосредственно по ходу движения и начинаем эксплуатировать уже с 9 месяцев и старше по ходу движения. Что здесь у нас есть для маленького ребенка? Кстати, хочу сразу отметить мое мнение, скажу вам, по поводу вот этого вкладыша. Вкладыш очень эргономически правильный, очень приятные ткани, мягенький, но и достаточно плотный, насколько это нужно. Не дай бог там при аварии, да? Так, сейчас, секундочку. Здесь у нас все это съемное. А, смотрите, здесь есть специальная вот такая вот вкладка из поролона, видимо, чтобы более-менее выровнять спинку ребенка и непосредственно, чтобы он более-менее лежал. Этим вкладышем мы пользуемся, пока помещается ребенок, пока он ему не мешает. Как только уже там 6 месяцев выше, он уже начинает мешаться, его мы вынимаем. Также, естественно, это то же самое касается и подголовника. Сейчас я его отсюда вытащу, подголовник, секундочку. Его отсюда достать не очень-то и просто, но можно. Так, собственно, смотрите, этот подголовник, он у нас крепится к вкладышу на кнопочках, а с помощью резинки держится вот за эту спиночку. И чтобы его снять, придется вот эту часть согнуть и непосредственно протащить. Но это, по сути, вы будете один раз делать, поэтому, в принципе, ничего страшного. Так, что имеем дальше? Так. Вот такая, собственно, красота у нас получается. Регулируем подголовник мы так, как он регулируется аж для ребенка, для 150 сантиметров, очень высоко. И получается, что у нас очень много места для ребенка. Вот смотрите. Вот так вот. Это, в принципе, полноразмерное большое кресло категории 2-3 уже получается. Но когда ребенка мы только развернули, нам, естественно, нужно пока что возить ребенка пристегнутым пятиточными ремнями. Мы ими пользуемся до 100 сантиметров роста. Потом они отсюда демонтируются. И уже ребеночек пристегивается у нас с помощью взрослых автомобильных ремней. Я вам сейчас быстренько это покажу.
Представим, что отсюда ремни я уже снял, и получается ребенок пристегнут точно так же, как взрослый человек в автомобиле. Собственно, как пристегнуть ребеночка маленького, мы с вами разобрались. Как пристегнуть ребеночка уже в категории 2-3 с метра роста, тоже мы видим. Все очень легко и просто реализовано. Что касается того, как пристегнуть непосредственно само кресло в автомобиле, кресло имеет систему Isofix, базу Isofix. Вот таким образом мы вытаскиваем Isofix, что очень удобно. Isofix регулируется, каждый вытаскивается по отдельности. Щелчок, щелчок. Задвигаем и все. Упор в пол. Просто упираем действительно в пол автомобиля, и установка кресла у нас, собственно, заканчивается. Давайте теперь немножечко о безопасности. Кресло прошло, естественно, все обязательные испытания, ему доверять ребенка можно. Здесь также установлена система, она называется Extra Sight Protection, это ASP System у этого бренда, это так называется. Это система, которую нужно активировать со стороны двери, со стороны салона этого делать не нужно. И она при ДТП гасит дополнительную энергию удара при ударе сбоку. Поэтому имейте в виду вот эту штуку, активируем, когда нам это нужно именно с двери. Собственно, давайте немножечко о комфорте, потому что это очень важно. И здесь с этим, друзья, все очень хорошо, потому что диапазон регулировки наклона здесь абсолютно оптимальный. Вот так мы просто посадили ребенка, он бодрствует, сидит, все хорошо. Уснул, все, мы вот так наклоняем. Вот хочу продемонстрировать вам угол наклона. В принципе, вот. Бывают кресла с еще большим наклоном, но на самом деле не сильно больше, потому что есть нормы, в рамках которых это сделано, сильно наклонять небезопасно при движении вперед. Но вот этого вполне себе хватает, чтобы ребенок нормально спал, голова вперед не падала. Здесь глубокий, хороший, мягкий подголовник, и голове здесь будет хорошо. Он действительно глубоко, голова расположена, он уснул и все, спокойно себе сидит и нормально себя чувствует. Кстати, что касается материалов, вот здесь, друзья, мне очень понравилось, потому что в этом ценовом диапазоне увидеть какую-то перфорацию, вот такие ткани, обычно мы даже не во всех более дорогих креслах видим вот такие ткани. Ткань очень приятная, кстати, стирайте до 30 градусов деликатной стирки, чтобы материал у вас не сел, и вы смогли его обратно одеть. Поэтому вот за эти деньги очень приятно получать такие качественные, друзья, материалы. Что касается материалов, разобрали. Еще хочу вам показать фишечку, которая мне очень понравилась. Когда ребенок подрастает и уже, скажем так, сидит сюда, ножки уже свисают вниз, вот эта база Isofix, она обычно мешает. А здесь ее, кстати, можно регулировать. Точнее говоря, перед эксплуатацией она уже выдвинута в таком состоянии, вы ее используете. А когда, например, уже в 2-3 группы сели, упор в пол не нужен, Isofix и ремень достаточно. И вы задвигаете непосредственно вот эту ногу, складываете ее вниз, и она здесь не мешает ребенку никак, абсолютно. Поэтому это очень прикольно. Оно уже получается навороченная 2-3 группа на платформе Isofix, на которой мы имеем возможность, как в капсуле, наклонять ребенка. 2-3 категории отдельно имеет просто свободный ход спинки. Поэтому вот эта система ощутимо комфортнее будет для ребеночка. И в эксплуатации вам же будет интереснее. Вот. Так что, друзья, подытожу в двух словах. Мне действительно кресло понравилось. Я с уважением отношусь к бренду Rand и с их более новыми моделями. Это уважение только растет, потому что действительно ребята стараются. Они делают кресло, я не могу назвать премиальным брендом ни в коем случае, но они очень стараются быть как хорошие Нидерланд бренды, из Нидерландов, немецкие, американские кресла. Они действительно делают хороший, качественный продукт, но, друзья, за меньшие деньги. И, ну, достойное уважение. Поэтому пока бренд развивается, еще не добрался до высот таких вот именитых брендов, смело можете покупать, пока они стоят недорого.
Так что вопросы остались, друзья, задавайте в комментарии, не открытые, могу там пообщаться с вами, если что-то я вам не сказал, что-то интересно, пожалуйста. Вам хочу пожелать лишь сделать грамотный выбор и удачи на дорогах. Всем пока.